перелочам ролика хочу поставить группу своего канала, а именно рекламу, которую вы можете здесь заказать. Есть специальный раздел, на который вы можете нажимать и смотреть здесь цены и как заказать эту рекламу. Ссылочка на группу будет в описании, обязательно подписывайтесь. Ну и кому что-то нужно, можете писать вот продавцу. За это все отвечает Ваня, это мой заместитель, в принципе, в группе, поэтому он будет с вами переписываться и решать насчет рекламы. Все, всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в финалочку на Серебряный Ролиплей, 4-й сфер. Мы здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить мне регистрации и также специально банкпичков. Есть промокод, пишите МН, выбирайте 10-й пункт промокод и пишите вот такой промокод KGAME. Как только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Обязательно используйте мой промокод. Ну что ж, пацаны, сегодня снова серичка, я снимаю же сразу же после той серии, которая вышла перед этой. Для чего это сделано? Это для того, чтобы видосы выходили стабильно, через день. Поэтому, пацаны, с вас ставьте на лайки и не забывайте подписываться на канал. И сегодня я хочу в спортзал пойти, как бы, да, это здесь ход дешевле, чем Арзамас, поэтому это плюс. Я просто видел, что это рядом есть спортзал, но здесь рядом еще есть, типа, татухи бить, либо парикмахерская, но я ее не знаю, либо в следующей серии заценю. Я бы хотел посмотреть эту систему татух там и так далее, поэтому, если хотите, чтобы я это посмотрел, пишите в комментариях. Все, погнали в качалочку, пацаны. Вот 3 восьмерочки. Я, кстати, восьмерочки люблю, вообще замечательно. О, хпшка. Хпшка на 1005 стоит. А нет, писарик, нормально, все. У меня как раз хп было плохое. Все, мы сейчас находимся уже в спортзале. Это мой первый раз, пацаны, в спортзале на Радмире, поэтому... Ох, ебать. Нихуя себе, блядь. Качок, нкиоп, твою налево. Ладно, погнали тогда откачаться. Ну, давайте начнем, не знаю даже с чего. Все, на беговой дорожке давайте, на беговой дорожке побегаем. Надо пробил нажимать, пацаны. Окей. Сейчас буду пробел дрочить. Блять, я упал, блять. Так, давайте. Не, за какая-то хуйня на самом деле. Наебнулся, брат. Я вот дрочу пробел и никакого толку нет. Давайте, я думаю, вот здесь покачаемся. Я думаю, это будет другое дело. Ебать, у него банки просто, блять. Нет такие банки в жизни. Так, ну тоже. А, ЛКМ. ЛКМ это что, блять, я забыл. Стоп, ЛКМ. ЛКМ чтобы заниматься. А, блять, по-моему, это колесико, да? Или нет? Блять, что-то я жестко туплю. ЛКМ. ЛКМ это. Нет, не колесик. А ты заебал, ты можешь покачаться, сука. ЛКМ, что такое ЛКМ? Я не помню просто. ЛКМ, ладно, похер, давайте сюда. Блять, лучше бы я сюда не приходил, так опозоришь, блять. Тебе нужно нажимать. ЛКМ тоже. Да что такое ЛКМ? Подожди, стоп. Воу, качаюсь, пацаны, качаюсь. Все, пошла жара. Пошла жара, блин, это классные мышцы, конечно, такой себе. Сила плюс один, давай, блять, качаемся, качаемся, пацаны. Так, давайте я буду как-то, не знаю, нажимать. Как можно их еще нажимать? О, пацаны, я нашел кнопку, чтобы не дрочить. Мышку, все. Качаемся просто, пацаны, качаемся. Вот это я понимаю, я сейчас без сухи нахуй, сука, разорву спортзал, блядь. Так, качаемся, во. Вот это я понимаю. Давайте, давайте, пусть мы будем силачом просто, пацаны. Фух, я здесь уже заебался, давайте положим их. Ебать, мы их ложим просто, две сразу, ебать. Вы, кстати, заметили первое воплощение? Я был таким фермером, а теперь я такой качок, ебать, просто пиздец. Так, давайте еще раз здесь попробуем, потому что я что-то проебался. Все-таки ЛКМ нажимал, но толку нихуя. О, качок, пошла жара, все, пацаны, ебать, все, ебать. Буду убивать просто буду. Так, давай. Оп, криншотик ебанул. Все, заебись, так, давай. Качайся, братюня, давай. Железо тяхаем просто, блядь. Надо мне тоже, блядь, пойти в спортзал, нахуй. В качалочку тоже так накачаюсь, как он, ебать, буду, блядь, ходить, нахуй, убивать всех. Конечно же, я шучу, пацаны. Ну, вы поняли, короче. Так, мне кажется, эта сила вообще на что-то влияет, пацаны. Пишите в комментариях, я просто без понятия. Я там покачался где-то минут 5. Здесь еще покачаюсь, и будет все довольно-таки замечательно. Так, я думаю, в принципе, хватит, все, отпускай эту штангу. Он сам, о, молодец, красавец. Все, давайте на велике попробуем. Я так понял, ту комнату нам смысла нет идти, короче, здесь находится ринг. Я так понял, на ринге можно только с кем-то, я так понял, заниматься. Ну, в принципе, неважно, я думаю. Давайте зайдем еще на велике, поездим. На велике, ебать, пробел надо дрочить, пацаны. Давайте, подрочу пробел и продолжим. Так, велик у нас влияет, пацаны, на выносливость, если что. Это уже хорошо. Так, велик это хорошо. Ну, на беговой дорожке, в принципе, я думаю, смысла нету бегать. Это то же самое, что на велике. Ну, грубо говоря, выносливость плюс один. А где посмотреть вообще эти, типа, выносливость, сила там и так далее? Тоже напишите в комментариях, можно ли это где-то посмотреть. Мне нравится, как мы крутим невидимые педали, но нормально, что нормально. Это норма, пацаны. Для GTA Killman России это норма просто. Батин, конечно, ногами перебирает, кому-то, не знаю, какой-то, знаете, батин. У него затуп какой-то небольшой, видите, он оп, остановился, оп, покрутил. Оп, остановился, оп, покрутил. Оп, остановился, оп, покрутил. Ну, такое бывает, пацаны, это нормально. Это нормально. Я думаю, хватит на сегодня, нас покачались, ебать. Я аж устал немножко, блять, управлять своим персонажем. Так, давайте переодеваемся. И все, нам больше ничего не написало. Я думаю, хоть что-то нам скажет, он напишет, но, к сожалению... Блять, я не хотел покупать, я пробил, нажал. Ну ладно.
Бацарик у нас есть, в принципе, все хорошо. Ну что ж, я думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях вообще, нужно ли ходить в спортзал. Вот это надо вообще, это сила, выносливость, оно хоть на что-то влияет, либо это просто так, чтоб было, грубо говоря. Все, пацаны, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.